Hello, my name is Mikhail Safronov. I'm a professional actor. Now I'm living in Moscow, but I can work in Europe because I'm a European citizen. Fluently speak Russian and Bulgarian, because both languages are my native. Здравствуйте, я Михаил Сафронов, профессиональный актер, живу в Москве, могу работать в Европе, потому что являюсь европейским гражданином. Свободно говорю по-русски, по-балкарски, если что-то могу указать на болгарский, убачу не мислю, чисто и потряво. So this is the tape for Skurov. Собаки и метлы. Простите? Царские собаки могли бы вынюхать врага, а царские метлы могли бы вынести их прочь. Иван Грозов, я читал, он сжигал своих жертв на кострах. Кое-что изменилось за 500 лет. Верно. Я вернусь сюда с ордером на вашей машине. Что вы на самом деле здесь ищете? Правда.